В Молдове отмечается еженедельный рост новых случаев COVID-19. У нас есть и ответственные граждане, которые постоянно, перманентно ходят и вакцинируются. Мы двоих пациентов протестировали, тесты были отрицательные. Уже подготовлены новые виды вакцин, которые уже имеют уже другой немножко компонент. Я работаю за компьютером 9 часов. Сколько раз я должна обрабатывать свой стол? Каждых 2-3 часа. Сейчас на некоторых территориях наблюдается снижение заболеваемости. 8 марта 2020 года у нас был выявлен первый случай. Да. Помните, знание – сила, а профилактика – спасение.